в одном городе жили трудящиеся пешеходы. Может быть, в этом городе не было транспорта? Был, но не ездил. На то были объективные причины. Когда в городе стояло лето, то на жаре перегревались двигатели. Осенью мешали дожди и листопад. Зимой снежные заносы и гололед. Весной распутица и туманы, и так из года в год. Вот почему граждане передвигались пешком. Из-за этого в городе все делалось очень медленно. Только добрался до работы, пора домой. Планы не выполнялись, и руководителей не успевали снимать. Такие вот возникли трудности. Когда возникают трудности, то срочно проводят широкомасштабный эксперимент. Эксперимент был прост. Как все гениально, пешеходам разрешили летать. Как только было получено разрешение, у пешеходов стали расти крылья. Росли они по-разному. У одних вымахали орлиные крылья с хорошей подъемной силой, у других альбатросовые с большим размахом. На таких долетишь и до середины Днепра. А у некоторых не пошло дальше воробьиных. Впрочем, это куда ни шло. А вот что делать, когда вырастает куриный? Кое-кто не вник в суть эксперимента и быстро скрылся за бугром. Порхнули пташки. Воздушное пространство над городом стало заполняться трудящимися пешеходами. Пешеходами их нельзя было уже назвать, скорее, летунами. Образ жизни помаленьку менялся. Летающие граждане покидали насиженные нижние этажи. Строились кооперативные гнезда и скворечники. В поликлиниках принимали врачи-орнитологи. Открывались ателье по пошиву чехлов и наперников. В кинотеатрах шли фильмы на птичьи темы. На лету справлялись безалкогольные свадьбы. В обиход вошло забытое слово «пролетка». Время от времени трудящихся снимали с основной работы и бросали на переборку пшена и гречки. Трудящиеся несуны, летуны, понимали сложность момента и вылетали на дело с утра пораньше. Привыкли трудящиеся к полетам, встали на крыло. Подошло время подвести первые итоги. И тут выяснилось, что трудящихся, у которых не выросли крылья, довольно много. Но и они не остались в стороне от эксперимента. Более того, они оказались в самом его центре. Снизу им было отлично видно, кто, куда и зачем летит. Всем бескрылым надо было найти какое-то дело при полетах. Впрочем, без дела у нас никто не остается. Нелетающие граждане получили должности инструкторов и инспекторов. Инструкторы занялись теорией полета. По импорту приобрели наглядное пособие. Без справки об окончании летать не разрешалось. Инспекторы ввели правила полета, разбили воздушное пространство на секторы и ярусы, организовали службу всеобщего слежения, развесили по городу ограничительные знаки. Занялись полет экономией. Установили отчетность. Сколько налетано, человека часов,
На каких высотах? Велики ли размеры крыльев и каков их износ? Сколько крупы уходит на 1 километр полета? Такую работу с лета не сделаешь. Летать стали заметно меньше. Для тех, кто залетал не по рангу высоко, ввели обязательную подрезку крыльев. Летать стали заметно ниже. Для злостных нарушителей правил летания выстроили клетки с насестами. Невелика птица, чтобы нарушать. Летать стали заметно реже. После принятых мер врачи-орнитологи стали отмечать случаи боязни высоты. У отдельных недостаточно сознательных граждан опустились крылья. Те, кто не решался совершить посадку, били в лед. Заболевшим давали листы временной нелетоспособности. А таким образом в городе субъективно назрели новые объективные трудности, которые непременно завели бы эксперимент в тупик, если бы не природная смекалка бескрылых. Они объявили, что эксперимент вступил в принципиально новую фазу. В свете демократизации полеты – личное дело каждого. Но крылья – это народное достояние. Их надо использовать рационально, на основе самоокупаемости и финансовой дисциплины. Теперь ежеквартально граждане города добровольно и организованно сдают пух и перо государству. В городе уже никто не летает. Трудящиеся добираются до приемных пунктов старым способом, медленным, но верным. Но это пустяки. Главное, что эксперимент продолжается.